Юстиция подвела итоги работы за 9 месяцев. О том, что сделано и что еще предстоит сделать, журналистам рассказали представители госоргана. 2012 год для работников департамента юстиции выдался насыщенным. В текущем году был назначен новый министр юстиции Имашев Берег Мажитович. С его приходом произошло немало изменений, подчеркнула Карлгаш Абиджанова, начальник отдела кадровой работы департамента юстиции Карагандинской области. Были поставлены перед департаментом очень ряд важных задач. Это исполнение стратегического плана, который до 2015 года утвержден, опять-таки, нашим постановлением правительства Республики Казахстан. Несмотря на то, что в текущем году был ряд кадровых изменений, а также сокращение работников юстиции, в Приозерске открылось управление юстиции. В общей сложности количество таких учреждений достигает 18. Перед департаментом был поставлен ряд важных задач, которые необходимо выполнить до 2015 года. В их числе перевести некоторые документы в электронный оборот. Ваше заявление принимается электронным. Но в основном сейчас, на сегодняшний день, это коснулось работы отделов ЗАГС, отделов регистрации юридических лиц. Также представители департамента юстиции сообщили о плановых проверках, которые проводятся раз в 3 года. Ее успешно сумели пройти управление юстиции Актугайского и Балхашского районов. Также приятным известием для работников учреждений стало 20-летие департамента юстиции, в честь которой для сотрудников вручили медали и нагрудные значки за хорошую работу. Нурила Туржан, Олжас Габасов, Евгений Афанасьев, Первый, Карагандинский.